Вокал такой. Яркое сочетание вместе с басом. Вам не важно, какой синт брать, вы можете вообще шум пылесоса взять. Он когда ударял у вас. Секунду. Надеюсь, меня не посадят. Всем здорово, сегодня мы рассмотрим, как сделать трэчик в стиле Майота и Сими, как сделать пробивной бас, чтобы хреначил с киком, вообще какая там основная фишка, да, как сделать атмосферный пэт или там нойз, шум чисто, и как вообще записать на это вокал. Самому с нуля выйдет за минут 5-10, это легко можно сделать. Также всем приятного просмотра, не забудьте поддержать лайкосом, подписочкой данный контент, если вам это интересно. Погнали. Итак, вот так выглядит полностью проект. Как видите, он небольшой. Драмочка. Тут у нас сверху мелодии. И снизу у нас вокал. Давайте врубим с самого начала. Разберемся, что и как. Погнали. Мои карманы на трилпил. Надеюсь, меня не посадят. Тебя на разрывает. Тебя на кусочки тебя взрывает. Мои карманы на трилпил. Надеюсь, меня не посадят. Тебя на разрывает. Тебя на кусочки тебя взрывает. Бас хреначит, отзывает твое лицо от баса. Записывает треки на утике. Читая детские стишки, я там угол. Держу в наушниках, когда на улице гремит гром. Скорее залезай в свою постельку, я к тебе пришел. И потом опять то же самое. Значит, в чем основная идея? Да, у нас в принципе, что можно заметить? Короткий бас, пробивной. У нас нету какой-то четко выделенной мелодии, да, то есть у нас в принципе мелодия — это скорее какая-то атмосферщина, вокал. Идея с мелодией. Значит, я взял по сути просто эмулятор. Это, ну, по сути такой синт. Вам не важно, какой синт брать, вы можете вообще шум пылесоса взять. Берете шум пылесоса, просто хреначите его в какую-то атмосферу, в реверб, и у вас получается такая штука. Вам могут помочь следующие вещи, да, то есть такие плагины, как Shaperbox, которые вам сделают сочинение типа вот эти штуки. И вам не нужно, чтобы он был именно мелодическим. Как видите, я сделал такую эквализацию. То есть вот так вот было до, так после. То есть вам нужно убрать шум, который по низам, и всякие вот эти вот резонансики неприятные. Я думаю, вы поняли. Вот, и все, этого достаточно. Следующий у нас идет драмочка, так она звучит. Как видите, хэты бьют редко. Кик мощный, клэп стандартный и опенхэт, каждое начало такта. То есть тут, это очень важно, чтобы именно у нас было яркое сочетание вместе с басом. Потому что без опенхэта, как видите, не работает эта штука. Посоветовать вам такой Mike Zara драмкит. По сути, в нем есть все, что нужно для любого трэпа. Так что, если вы пишете около трэпа или хотите написать, вот Mike Zara вам будет достаточно на всю жизнь, реально. Хэт. Хэт короткий, яркий. Цикает, цикает прям очень хорошо. Open head. Стандартненький. И клэп, который, я думаю, все вы знаете его. Что касается баса, да, бас — это очень важная вещь в этом тречке. Значит, здесь самое главное вам взять вот такой вот бас. Вам нужно его контролировать. Контролировать, что я имею в виду под словом контролировать? У вас есть, когда хреначит бас, вам нужно его ограничить по длине. То есть, чтобы он когда ударял у вас. Секунду. Не делайте не вот так вот, типа, и он затихает, а сами, чтобы вы контролировали затихание. Это очень важно, потому что в бите здесь именно все очень отрывисто. И вам нужно контролировать каждую миллисекунду ваших драмки, мелодии там и баса. Поэтому берем классик, либо если вы в фелке находитесь, вы можете во второй вкладочке envelope настроить, чтобы у вас он контролировался чисто по длине MIDI. И сатуратор, да, то есть здесь сатуратор очень важная штука. С ним получается вот это вот характерное проседание по низам, которое вот свойственно битам Майота, Сими, там, ну и вообще в целом таких вот каких-то звуков, да, то есть очень жестоких. Очень важно здесь именно мод DC, потому что, как видите, вот такой может быть звук быть. Это фигня, да? Но DC делает более контролируемый этот перегруз, при этом он тоже есть. Можно сатуратор любой, Саусаки Фаттернер, Мельда сатуратор, какой хотите, главное, чтобы у вас был такой вот догруз баса. Вы постоянно убираете какие-то моментики, чтобы у вас вокал сидел, то есть вообще ничего нет. Вот, и это создает некий кайф, вот реально, не нужно много реверба здесь, ничего, просто все должно контролироваться. Теперь, что касается вокала, давайте еще раз вокалом послушаем, да, идею. Мои карманы на трилпил, надеюсь, меня не посадят. То есть что мы можем сказать о вокале? Вокал такой. То есть вы не говорите та-та-та-та-та. Майкер. То есть
должна быть эта штучка немножко быть. И у вас, в принципе, немножечко есть ревера на фоне, да, у вас достаточно яркий вокал. Как сделать яркий вокал, вообще, как его сводить, есть отдельный подробный урок у меня на YouTube-канале, ну, либо также на курсе, я очень подробно разбираю сведение вокала, ссылочка в описании можете посмотреть, либо по подсказке вверху видос на YouTube. Значит, идея в том, что вы... добавляйте декапитатора немножко ярче, да, то есть драйва, и ОТТ-шечки, чтобы у вас был шумчик прям слышен. На общем вокальном басу у меня такой вот ОТТ. Он прям сыпучий делает вокал, но не нужно так много. 20% прям очень хорошо делает свое дело. И СУС. Одна из основных фишек, которая контролирует тоже вокал гораздо лучше. На бэках вы делаете кринж лютый. Всякие дебильные штуки, короче. Ну, это свойственно рэпу в целом. Вот. И в переходе в куплете у вас... бас хреначит, разывает. Вообще шепотом. Никаких тональных вещей. Разывает валюцию. Вместе с перегрузом ревербом звучит очень-таки атмосферно и прикольно. По сути, такой type ghost main. Бас хреначит, разывает валюцию. Баса записывает. Читая детские стишки, я там могу. Вот, вы убираете, чтобы у вас был такой отдых. И потом опять на контрасте. Самое главное, без чего у вас вообще ничего не будет работать, это Newfangled. Такая штучка, она на мастере висит. Без нее все бесполезно, реально. Ну, во-первых, тихо, конечно. Во-вторых, бас с киком не склеиваются, они не делаются такими прям хрустящими. Это значит, что именно в этом жанре, вот в этой стилистике это подходит очень хорошо. Идея такая, Newfangled — это такой очень интересный клипер, мне он в последнее время очень нравится, и он заходит мне. Значит, в чем идея? Я все убираю в ноль. Это, по сути, просто добавление громкости и сатурации такой небольшой. Видите, вот, вот на форму можете заметить, как она становится более искаженной. Мой карман натрил пил, надеюсь, меня не посадят. Да, вам не нужно это, конечно, такое. Где-то средний вариант около 13 дБ, ну, потому что у меня не сильно громкий бит был изначально. Клипер шеп, насколько видите, вот эта вот волнушка либо становится хард-клип, либо более мягкий. Более мягкий вариант, он не так зажимает басом. Здесь прям буф, прям жестоко. И оставление деталей. Деталь очень важная вещь, потому что здесь, смотрите, при ударе баса слышно опенхед, слышно хед, слышно мелодию на фоне. А когда вот так, только бас слышно. Только менее качественный, что ли, перегруз. Ужасно. Вот, нам нужен средний вариант, и клипер шеп тоже средний. И получается где-то золотая середина вот этого звука, очень плотного. Еще раз напоминаю, без него, да? С ним? Очень хорошо, с вокалом все съедается, рушится так, как нужно, и создает нужную эмоцию, скажем так. Не обязательно записываться на хороший микрофон, можно записаться на петличку там и так далее. Вот, про сведение вокала также делал уже видос, можете по подсказке вверху посмотреть. Также провожу обучение по созданию музыки, если вы хотите научиться писать битосы с нуля, вообще, как прописывать свои мелодии, как вообще это все сделать, все понять, так сказать, как вообще настраивать VST-плагины и сводить вокал, ракешник, понять, разобраться в аккордах. Набор будет в декабре 2021 года, ссылочка в описании, я буду рад, если присоединитесь, там я проверяю каждого. Проверяю домашки и проверяю звук каждого человека отдельно. Все, благодарю, спасибо большое, до скорого, всем удачи. Ну и всем мощного паса. Удачи.